Компания International Rectifier объявила о выпуске семейства автомобильных силовых транзисторов в корпусах DirectFET 2 для приложений с высокой скоростью переключения, в том числе для выходных каскадов аудиосистем класса D. А у ARF7640S2, ARF7647S2 и ARF7675S2 расширяют портфолио автомобильных DirectFET 2 транзисторов для аудиоусилителей D-класса. Низкий заряд затвора приборов позволяет улучшить коэффициент гармонических искажений и повысить эффективность. Малое время восстановления интегрированного диода обеспечивает дальнейшее улучшение суммарного коэффициента гармоник и снижение влияния электромагнитных помех. Корпуса транзисторов SmallCAN ARF7640S2 и ARF7647S2 занимают меньшую площадь, чем стандартные корпуса SO8. При этом прибор обеспечивает мощность 100 Вт на канал при нагрузке 8 Ом без использования радиатора. Таким образом, это самое компактное и эффективное современное решение для многоканальных усилителей класса D. Транзисторы ARF7675M2 в корпусе Medium CAN на 54% компактнее приборов в корпусе D-PAC. Их мощность на канал составляет 250 Вт при нагрузке 4 Ом без использования радиатора. Поэтому эти приборы рекомендованы для выходных каскадов сабвуферов аудиосистем класса D. Так же, как и все другие приборы в корпусе DirectFET, новые транзисторы имеют минимальное тепловое сопротивление и паразитную индуктивность корпуса для повышения плотности мощности и эффективности преобразования, что достигается двусторонним охлаждением корпуса.